Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только даю информацию, рассказываю, где зарабатываю, куда лично инвестирую. Я ни в коем случае никогда никого ни к чему не принуждаю. Если вам интересны все проекты со старта, куда я захожу, где я инвестирую, рекомендую подписаться на телеграм-канал, на английском, ссылочка будет в описании. Расскажу сегодня вам о таком проекте, как CX Trade. Достаточно новый проект, свежий. Стартовал только пару дней назад, и он уникальный. В нем есть уникальная фишка, благодаря чему я думаю, то, что проект может работать и работать достаточно неплохо. Вот. В любом случае, я думаю, что один круг тут будет точно. Вот. А дальше будем следить за развитием, так как все тут только начинается. Ну и это не сверхфаст, тарифы тут такие как бы не очень. Не сильно большой процент, поэтому 2 дня, я считаю, очень свежий еще проект. Вот, я тут зарабатываю, сейчас вам покажу вывод средств. Перейдем в личный кабинет, и также у них через 3 дня будет свой токен. Так, я буду выводить на Tron TRX, поэтому обязательно вот тут вот укажите BNB BEP20, USDT-шку BEP20, укажите все в настройках BEP20, на этот адрес придут токены. Вот, адрес смарт-контракта, я думаю, появится после старта. Также через 3 дня вся информация в чате. Они будут торговаться на бирже Pancake. Поэтому можете следить за новостями. На токене, кстати, я тоже думаю, что можно будет очень неплохо заработать, так сказать, иксануть. Потому что сейчас у всех будут эти токены, кто-то их будет докупать. Ну и, соответственно... Так, у меня баланс пишет недостаточно, значит, на 1 цент указываем меньше. Так, теперь переходим, куда? Переходим, наверное, в TronLink. Там информация пока обновится. Да, все, денежка, вот как видим, успешно пришла. Ждал я ровно одну секунду, и денежка пришла. Так что проект платит. Кстати, баланс общий, его можно выводить хоть на BEP20, хоть на TRC, Tron. И на BNB-шку BEP20. Проект платит, развитие есть. Также будет свой токен, который будем надеяться и верить, что он даст 1000 иксов. Вот. Конечно, такое редко случается. Очень кто, мало кто успевает ловить иксы. Тут нужно быть быстрым, держать, наблюдать за статистикой, как он, и не каждый токен. Ну, будем верить. Будем на позитиве. Хотя бы там минимум 2-3 икса, и то будет классно. Вот, даже если не 1000, 2-3 икса будет классно. Давайте быть лучше реалистами. Но очень хороший токен обещают нам. Вот такой был проектик. Вам желаю побольше профита, удачных заработков. Ну и до новых встреч. Всегда помните о рисках и до новых встреч.